Как изготовить ловушку для рыб из пластиковой бутылки? Размечается маркером линия, по которой будет отрезаться 6-литровая PET-бутылка. С помощью подходящего удобного инструмента отрезается горлышко бутылки по размеченной линии. В дальнейшем отрезанное горлышко будет перевернуто, вставлено обратно в бутылку и закреплено. В дне бутылки проделывается отверстие. Через это отверстие просовывается конец длинной крепкой веревки, и на ее конце завязывается узелок для фиксации. Эта веревка нужна для того, чтобы потом за нее вытаскивать ловушку для рыб из воды. На одной из боковых стенок бутылки прикрепляется груз, который будет в дальнейшем тянуть ловушку на дно. В качестве груза я использую кусок гранитного камня. Его я через предварительно проделанные 4 отверстия привязываю веревкой к боковой стенке бутылки. На следующем этапе производится крепление отрезанного горлышка. Для этого переворачивается отрезанное горлышко и вставляется в бутылку горлышком вовнутрь. Если диаметр отрезанного горлышка великоват, то он подгоняется до нужного диаметра. С помощью шила или ножа проделываются по периметру бутылки отверстия, проходящие как сквозь бутылку, так и через часть горлышка. Сквозь проделанные отверстия пропускается веревка по кругу и завязывается в конце на бантик. Эта веревка нужна для того, чтобы потом ее можно было развязать, вытащить из ловушки пойманную рыбу и обратно собрать ловушку. На последнем этапе на боковой стенке, находящейся напротив стенки с привязанным камнем, проделываются несколько отверстий. Через эти отверстия ловушка будет наполняться водой во время своего погружения под воду. Все, ловушка для рыб из пластиковой 6-литровой бутылки готова, и можно отправляться на рыбалку. Ну а что удалось поймать на эту ловушку, смотрите в следующем видео.